Ворота Тани победу одержала Дарья Нешта, Уральский федеральный округ. На третьем татами победу одержала Ирина Саитова, Уральский федеральный округ. На третьем татами приглашается Диана Казахарь, Москва, Вера Синатрова, Уральский федеральный округ. На втором татами встречается Виктория Соколова, Уральский федеральный округ, Александра Купыльцова, Уральский федеральный округ. На втором татами готовится Роман Назаров, Приволжский федеральный округ, Максим Брюханов, Сибирский федеральный округ, по категории юноши до 90 килограммов. На первом татами победу одержал Александр Тельминов, Южный федеральный округ. Александр Тельминов выходит в полуфинал.